И сейчас, наверное, фанфары везде. Давайте похлопаем. Я думаю, всей студии нужно поаплодировать. Ваши аплодисменты. Это король телеканала Шопеншоу. Это легенда телеканала Шопеншоу. Это плед покрывало шиншилла. Встречайте, он обновил свою палитру. Встречайте, плед покрывало шиншилла в новых цветах. Ваш разнообразный интерьер, ваш оригинальный интерьер. Я знаю, как все любят шиншиллу. И многие ждали новых цветов. Даже понабрали уже по 2-3. И ждут на подарок других цветов. Я сама себе взяла салатовый, маме взяла персиковый. Олечка, я думаю, что выберу сегодня еще какой-нибудь цвет обязательно. Ой, какой красивый. Итак, у нас 10 цветов на выбор и практически все новые. Плед покрывало шиншилла серого цвета выбирают те, кто классический интерьер предпочитает, потому что вписывается в любой интерьер. Кому не хватает солнечного света дома, пространства, свежести, кремовый цвет выбирайте для себя пледа покрывало шиншилла. Идем далее. Цвет фисташковый, очень модный, спокойный, уравновешенный цвет. Для детских хорошо, детишки не будут нервничать, это вот прям идеально. Для пожилых людей цвет очень хорошо, он успокаивающий. Так, модный и такой прям смелый цвет, кипельно-белый. Красивый, праздничный. Красота и роскошь богатого меха. А также цвет кофейный сейчас появится. Олечка, он такой классический, вот он для тебя очень хорош. Я знаю, что ты смелых оттенков побаиваешься, вот ты кофе для себя выбираешь. Боюсь, но мне белый очень нравится, но я боюсь спросить. Ты знаешь, как хорошо отстирывать, не бойся. Сейчас обязательно поговорим про стирку, ладно? Дальше цвета, давайте запишем. Далее, ой, какая у нас приятная палитра на кровати. Это цвет морской, цвет, который является модным в 2016 году, а также зеленый и цвет шампань у нас посередине. Вот такой приятный. Итак, синий, шампань и зеленый. Выбирайте свой. Цвета все очень стильные между собой. Посмотрите, как хорошо сочетается. Но это еще не все. Олечка, демонстрирую еще два цвета. Я прям сразу к шоколадке. Очень вкусный оттенок. Смотрите, какая прелесть. Если вы любители шоколадных оттенков, он перед вами. 10 цветов на выбор, поэтому не хватает еще одного. Посмотрите, это персик. Нежный персик. Вот какой цвет нежный, такая же и текстура. Богатая фактура пледа шиншилла безусловно привлекает. Плед выполнен на современном высокотехнологичном оборудовании. Так что, Олечка, не переживай, даже если детишки начнут дергать плед покрывало шиншилла, он не потеряет своего роскошного внешнего вида даже со временем. Богатая фактура, роскошная. Сегодня очень модно украшать дом именно вот такими пушистыми, игривыми вещами. Интерьер становится просто чарующим. Но у него две фактуры нашего пледа, и тем он и отличается. Вот такая пушистая, густая с одной стороны, и эффект стриженной норочки, мягкая велюровая вторая сторона. Вы можете менять свой интерьер по усмотрению шиншиллы. За это, я знаю, очень любят именно шиншиллы. Слушай, ну выглядит очень дорого, очень нарядно. Единственный вопрос, насколько это предложение под названием шиншилла, лидер наших продаж, летний сезон актуально? Потому что сейчас лето, а мы сейчас меха продаем. Ты знаешь, ну меху рознь, это мех синтезированный, то есть искусственный, он хорошо дышит. Я вот укрыла свой большой диван в центре комнаты, я прямо ложусь сверху, он даже наоборот освежает. В него хочется закутаться. Дети у меня дерутся за плед покрывало шиншилла. 10 цветов на выбор. Огромный евроразмер. 220 на 240. Это евромакс размер, который укроет большую кровать в спальне прям с напуском. Очень красиво будет выглядеть. И прекрасно драпируется на креслах, на диванах. Роскошно. Можно использовать еще и как ковер в детскую. Прям на пол. Я прям представляю, как приятно ножками будет с утра соприкасаться с этим чудом. Выбирайте свой оригинальный интерьер. Богатый. Чарующая, игривая фактура пледа не может не радовать. Огромный размер, роскошная драпировка. Так я, Олечка, не видела, чтобы драпировались другие пледы. Ага. Очень красиво ложится по мебели. Очень. Даже, да, я вот вам демонстрирую его фактуру, которая прямо, посмотрите, вслед за движениями играет. За счет этого очень красиво облегает мебель и выглядит потрясающе. Очень красивый ковер. Давайте постелим на пол, в детскую, а также для романтических каких-то ужинов. Используют очень многие наши телезрители шиншиллу. Красота необыкновенная. Только посмотрите, что происходит. Филипп, как играет романтик. Фактура. Ага.
Прямо посмотри, это же роскошно. Ковер богатый, ковер шикарный. Ворс виден сразу, да? Мне очень нравится то, что он остается таким пушистым надолго. Стираем все что угодно. Я стирала свою шиншиллу, Олечка. Она не скваливается, не скатывается. Если есть малыши и захотят подергать, не переживайте. Ворс закреплен высокотехнологичным способом, он не выдергивается. Богатый, роскошный ковер. Элегантность вашего интерьера всегда с шиншиллой. Выбирайте свой цвет. 10 цветов на выбор. Если вы для себя выбираете богатый интерьер, непременно украсть тогда его пледом шиншилла. Это предложение всегда было самым востребованным на нашем телеканале. Это король нашего телеканала шиншилла возвращается. Большой, огромный Евромакс размер. Кто не знает, 220 на 240 на большую кровать в спальне. Прекрасно, просто идеально драпируется за счет своей особой фактуры плед и на диванчиках, и на креслах. Выглядит как потрясающая, дорогостоящая обивка. Вы использовать можете его как ковер для создания романтичных ужинов, а также в детской. Особенно вот цвет, который я вам показываю, как раз для детской хорош. Ой, слушай, какой он нежный, приятный. Слушай, вот я еще раз хочу тебя спросить. Светлые оттенки меня очень интересуют. Я прям вижу в своем интерьере именно этот роскошный, вот либо белый, либо, как он называется, кремовый, да, цвет? Это цвет шампань, к которому ты прикасаешься. А всего у нас 10 цветов. Если вы давно искали необычный, эффектный аксессуар для украшения вашего интерьера, плед, покрывало, шиншилла — точно ваше решение. Легенький холодок от прикосновения приятной современной инновационной ткани. Мягчайшее объятие вашего уюта вместе с пледом шиншилла. 10 цветов. Юль, все-таки хочу спросить тебя. Скажи, светлый оттенок, если я буду выбирать для себя, стирать его можно и как за ним ухаживать? Можно стирать в стиральной машинке плед, покрывало, шиншилла. Не переживаем, что большой размер. Умещаются. Я пробовала. Умещается в обычную машинку. Потом прямо встряхнули его после стирочки. Вот так встряхнули, и он возвращает свою пушистую фактуру.